Всем привет! Сегодня 29 июня 2013 года. Мы снова транслируем с Таганрога, с Академии тяжелой атлетики имени Давида Адамовича Лигерта. И сегодня сын прославленного советского тяжелоатлета будет снова удивлять нас бешеными тяжелоатлетическими упражнениями и упражнениями, направленных там на кроссфит, на пауэрлифтинг. Поэтому посмотрим, что он нам сейчас предложит. Это обещает быть просто очень круто и тяжело. Слава, удачи! Высота очень большая. Давай. Еще раз. Зафиксируйся. Не, ну почти запрыгнул. Как ощущения? Умер? Плохо. Умер? Плохо? Сам доволен? Ну можно было почти засчитать. Ну почти. После двадцатки-то, да? Почти-то не считается. Фух.